Сегодня мы научимся правильно говорить по-русски о возрасте человека. Мы задаем вопрос: сколько вам лет? Когда мы хотим узнать возраст человека. Когда мы отвечаем на вопрос, мы говорим, например, «Мне 20 лет». Обратите внимание на то, что мы используем датный падеж для обозначения человека, о возрасте которого мы говорим. Также обратите внимание на то, что разные годы будут иметь разные формы в зависимости от числа. Мы только смотрим на последнюю цифру каждого числа. Запомните это золотое правило. После цифры 1 говорите год. Например, 1 год. После цифр 2, 3, 4 говорите года. Например, 2 года, 3 года, 4 года. После цифр с 5 до 20 говорите лет. Например, 5 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, 19 лет. Надо запомнить, что после числа 20 надо смотреть на последнюю цифру. Повторите, пожалуйста. 21 год. 41 год. 81 год. 171 год. 3461 год. 22 года. 53 года. 94 года. 762 года. 7623 года. 26 лет, 77 лет, 98 лет, 275 лет, 1000 лет. А сейчас давайте повторим местоимение в датном падеже. Местоимение «я» в датном падеже «мне». Например, «мне 20 лет», «ты», «тебе», «сколько тебе лет», «он», «ему», «ему 35 лет», «она», «ей», «ей 21 год», «мы», «нам», «нам обоим 32 года», «вы», «вам», «вам уже 21 год», и «они», «им», «сколько им лет». А сейчас давайте повторим прилагательные и именно существительные в датном падеже. Окончание прилагательных мужского рода – «ому», «ему», а окончание имен существительных мужского рода – «у», «ю». Фраза «мой брат» в датном падеже – «моему брату», как, например, «моему брату 12 лет», «наш учитель» – «нашему учителю», «нашему учителю» 31 год. Этот музей. Этому музею 100 лет. Окончание прилагательных женского рода. Ой, ей. А окончание имен существительных женского рода. Е. Фраза «моя сестра» в датном падеже. Моей сестре. Как, например, «моей сестре 2 года».
Твоя тетя? Твоей тете. Твоей тете 50 лет. Мой папа? Моему папе. Моему папе 65 лет. И, наконец, окончание прилагательных во множественном числе «им», «им». А окончание имен существительных во множественном числе «ам», «ям». Фразы «ваши братья и мои сестры» в данном падеже «вашим братьям и моим сестрам». Как? Сколько лет вашим братьям и сестрам? Так, давайте потренируемся. Вам даны слова «мой брат» и 35. Составьте предложение. Моему брату 35 лет. Молодец! Вам даны слова «сколько лет» и «ты». Составьте предложение. Сколько тебе лет? Молодец! Вам даны слова «он» и «три». Составьте предложение. Ему 3 года. Отлично! А сейчас вам будут даны слова, и вам нужно составить предложение. Мы отчим 47. Моему отчиму 47 лет. Мой папа 54. Моему папе 54 года. Ваш дедушка 90. Вашему дедушке 90 лет. Моя мама 42. Моей маме 42 года. Сколько лет ваша сестра? Сколько лет вашей сестре? Моя сестра 15. Моей сестре 15 лет. Я 21. Мне 21 год. А теперь вы знаете, как говорит о возрасте по-русски. Как здорово!